В Ульяновском драматическом театре имени Гончарова состоялось награждение победителей конкурса «Эссе» по мотивам спектакля «Царь Федор Иоаннович» в рамках проекта «Воспитание театром». Образовательный проект существует с 2014 года. Его организаторы – Ульяновский драматический театр имени Гончарова и Симбирская метрополия. У нас все время немножко другой взгляд на происходящее, нежели у вас зрителей и людей немножко посторонних. Мы актеры, мы разбираем это немножко изнутри. Наша главная задача состоит в том, чтобы больше всего донести авторскую позицию. И надо признать, у нас театр режиссерский, и режиссерскую позицию, то есть режиссер-постановщик. Но, конечно, свои личные, каждое впечатление и о происходящем есть. И мы где-то как-то вольно-невольно пытаемся то или иное выпить. Но поймите одну штуковину, давно уже сказано, это верно. Театр, спектакль – это не проповедь. Театр и спектакль – это исповедь. По итогам конкурса гран-при завоевала Ольга Букина из гимназии номер 33. Она написала самое большое эссе на 9 листах, при этом своими словами, практически не ссылаясь на другие источники. Первое место досталось Денису Гринину из городского лицея при УлГТУ. Второе – Павлу Шарымову из лицея при УлГТУ в Новом Городе. На третьем месте Дарья Уразина, ученица средней школы номер 73. Мне очень понравилось сочинение Дарьи Уразиной из 73-й школы. Удивительно, что Даша замечательный вывод из своего сочинения сделала, что задача святого человека не столько править, сколько давать миру пример вот, добродетельной святой жизни. И с этим я, наверное, соглашусь. Потому что вот такая тяжелая задача управления государством, она часто со святостью оказывается несовместимой, что мы в спектакле и видели. Всего на конкурс участники представили 22 сочинения. Все конкурсанты получили дипломы участников и пригласительные в театр и кино. А те, чьи сочинения вошли в десятку лучших, получили поощрительные призы от партнеров. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.